центре настольного тенниса Карвин прошел третий тур открытого клубного чемпионата Кыргызской Республики по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 12 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Украины. В итоге без поражений выступила бишкекская команда «Альянс», одержавшая 11 побед. В ее составе мастер спорта Кыргызстана Алишер Якубаев, мастер спорта Казахстана Бикулан Джамал и мастер спорта Украины Герман Дивижанский. Второе место заняла команда «Росенбанк», в активе которой 10 побед. В составе команды мастера спорта Кыргызстана Талгат Сагындыков и Нурдин Сапарбаев и мастер спорта Туркменистана Вячеслав Клычев. И третье место у команды «Кросс Инк», которая одержала 9 побед. В составе команды мастера спорта Кыргызской Республики Талант Сагындыков и Жасур Худайбердиев, а также кандидаты в мастера спорта Азиз Кадырбаев и Марлен Алимкулов. По итогам трех туров лидирует команда «Альянс», в активе которой 65 очков. На втором месте команда «Алмата», у которой 62 очка. И замыкает тройку лидеров команда «Росенбанк», на счету которой 58 очков.